Я даже не знаю, с чего начать. Иногда всего лишь одна задумка может привести к невероятным приключениям. Оказавшись на этом острове, я и представить себе не мог, через что мне придется пройти, чтобы отстроить здесь свое королевство. Где я помогал бы людям обрести свой дом и давал им работу. Где все жили бы дружно во имя короля. Но не все здесь считали так же. Многие поставили себе цель во что бы то ни стало помешать мне построить свой замок. И, пожалуй, с этого я и начну свой рассказ. Присаживайтесь поудобнее, вас ждет ролик под названием «История короля». Я рассчитываю на вашу поддержку и надеюсь, что мы с вами наберем здесь 100 тысяч лайков, ведь именно это мотивирует меня создавать новые истории. Ну а до Нового года осталось недолго, поэтому приходите в мой Телеграм, где будут различные подарки для вас. Все ссылки в описании. Приятного просмотра. Все начиналось с того, что я придумал идею обосновать свое огромное королевство. И задумка звучала довольно просто, не так ли? Нужно было всего лишь найти подходящее место. И именно этим Кинг Папа Чиз и занимался ближайшие 5 дней. Все, паузи за мной. Паузи за мной, паузи за мной. Пойдем, мы вместе с тобой идем строить дом. Для меня дом, для тебя будку, пойдем. Нас ждет долгое путешествие. Идем. Пойдем, пойдем. Как мы тебя назовем? Иду. Я могу тебя называть Бобби? Кеша. Окей, Кеша, пойдем. Давай. Куда свой путь держишь? Мяу, 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 мяу. Блин, это довольно грустная история. Теперь я понимаю, почему ты оказался здесь. Но путешествие с котиком Кешей продлилось недолго. Нас убил какой-то калашист. Нет! Ты за что убил его? И сейчас я вам вкратце покажу, как именно выглядели мои 5 дней выживания. Это были самые тяжелые 5 дней в моей жизни. Одна сплошная черная полоса. И что бы я ни пытался провернуть, заканчивалось все крахом. Но я не сдавался и продолжал идти к своей цели. И судьба меня приносит на пляж к этому интересному домику, с которого и начинается наша история. Пробегая возле него, я подслушал разговор каких-то бомжиков, и в моменте я понял, что я могу с этим что-то сделать. Вот я первый с 2 минут от игры возьму. Салам алейкум. Здорово. Жестко ты с ним. Ты, Рома, пьяный, я тебя нафиг сейчас забью. Иди сюда, я тебе просто... Я тебе сейчас факел засуну, иди сюда, Рома! Ладно, беги. После добрых догонялок я отправляюсь в супермаркет, чтобы наконец-то восполнить свое здоровье. Как вдруг, с того самого дома, где я гонялся за типом, меня убивает калашист. У него есть калаш, что? И по знаку судьбы, с первого раза я появляюсь снова возле их дома. Ты зачем стреляешь? Ты зачем стреляешь? Ты зачем стреляешь? Рома, я тебя сейчас один на один на камнях выиграю, на изи, понимаешь? Как я понял, Рома и Злой были друзьями. И пока я забивал Ромчика камнями, тем самым я байтил его друга. Для чего? Сами скоро увидите. На! Ну что ты мне сделаешь, а? Что ты мне сделаешь? Ну чё, народ, погнали, нахуй! Калаш с небес упал! Калаш упал с небес! Калаш упал с небес! Они вообще топчики, блин, я построюсь возле них сейчас. Да, бог Раста все-таки существует. Он воздал мне за все 5 дней страданий, и теперь я должен был реализовывать этот калаш на все 1000%. Жалко, у него брони не было и хилок, но ладно. Я думаю, сейчас это где-то мы нарулим. Как будто было бы неплохо возле них построиться. Нормально тип десантировался. О, я вижу фармилу. Кто бы мог подумать? Я уже даже начал потихоньку отфармливать ресурсы, чтобы построить кибитку. Как вдруг замечаю, как неподалеку от меня строится дом. Там что-то строит тип. Может быть, он для меня сейчас дом построит?
Как раз возле Ромчика. Так, дверку я снесу. Но вначале поставлю свою. Ну а пока я улучшаю свой домик, я хотел бы вам кое-что рассказать. Да уж, в Стиме началась лютая распродажа. Но как же пополнить его, чтобы запастись играми? А в этом вам поможет Купикод. Именно там можно как пополнить баланс кошелька с минимальной комиссией, так и купить игры напрямую на сайте и получить их гифтом на свой аккаунт. И важно заметить, что Купикод полностью повторяет распродажу Стима. То есть все скидки на игры в Steam есть и на Steam Купикод. Пополнение баланса Steam на Купикоде проходит с самой низкой комиссией на рынке. На сайте даже доступны те игры, которые вы не сможете найти у себя в регионе. И не поверите, даже эти игры можно добавить на свой аккаунт, без каких-либо проблем. Ну а по моему промокоду снижается комиссия на целых 2% и дает скидку в 10% на покупку игр гифтом. Я также заметил, что цены на Купикоде ниже, чем где-либо еще, и покупать игры через них не только просто, но и выгодно. А для любителей подарков Купикод постоянно разыгрывает различные игры. Вот, например, сейчас они разыгрывают крутые призы для геймеров. Вводи мой промокод и покупай игры правильно. Ссылочки в описании. И тут я понял одну простую истину, что чтобы тебе везло, надо просто не сдаваться и идти к своей цели. Надо срочно еще одну дверь крафтить. Вообще в другую сторону выход делать. Рома, я ваш сосед. Ромчик. Тогда я подумал, что это домик Ромы, но я самую малость обознался. Но в любом случае, выход надо было делать с другой стороны, чтобы эти ребята не могли пасти меня с крыши. А так как домик только отстроился, я мог ремувать все, что мне хотелось. Хорошо. Не, здесь, я думаю, мне не нужен выход. Есть подъем на крышу, только потом сделать в будущем. Так, надо спальничек тут откинуть. Оп. Офигеть, там заруба жесткая. Блин, калашек не хочется терять вообще бездарно. Поэтому калашек я оставил на случай важных переговоров в ящике. Взял с собой арбалет и гвоздомет и отправился искать фармил. А куда побежал? Твой друг хотел убить меня, теперь все, поджал хвост. Я побежал вслед за добычей прямиком на порт. Я тебя найду. Ага, его уже нашли. What the fuck? Что? Что? Я что? Ну вот, договорился, получается. Получается, твой друг договорился. Было такое? И как я понял, здесь порт слился с деревней рыбаков. И никто из игроков даже не догадывались, где заканчивается сейф-зона. Это была просто золотой жилой. Офигеть, я впервые вижу сервер, где сейф-зона в харборе. Чудеса да и только. У тебя какие-то вопросы? И подбегая уже к дому, я вижу, как на крыше моего соседа сидит чувак с калашом. Оказалось, что это был владелец того дома. Офигеть, у меня сосед с калашом оказывается. Я думаю, надо дверки поставить. А тут как будто под меня двери крафтили. Пока я обустраивал свою крепость, сосед продолжал стрелять с крыши. Но мне уже было не страшно, ведь у меня были железные дверки. Он тоже голый нафиг. Он тоже голый на крыше. С калашом. Где мне взять лестницу фастом? Я буду его самым любимым соседом. Именно с этими мыслями я отправляюсь бить бочки. Любит он на крыше, да, посидеть с калашом? О, я его сейчас забайчу и ушатаю. Я к нему не смогу без лестницы запрыгнуть. Эй, мэн! Ай, у тебя оружие есть! Я не знал, прости! Я зарежу твой дом топором. Ты должен бояться меня. Я зарежу твой дом топором, говорю! Я готов тебя вырейживать всю ночь. Всю ночь буду рейдить тебя камнем, пока ты будешь спать. Но как бы я его не пытался забайтить, чтобы он выглянул и посмотрел на меня, у меня забрать его калаш не получилось. И тогда я все-таки решил пойти отфармить лестницу.
О! О, это тот тип, которого я ждал. Он все-таки вышел. В моменте я замечаю, что неподалеку от меня происходит какой-то лютый замес, куда я и решаюсь сходить, несмотря на то, что во мне уже было достаточно скрапа. Не убивайте меня, пожалуйста, мне страшно, вас много, не надо! Не убивай меня! А вот так вот это делается, сынки. Шел за скрапом, выбил Берду. Он продолжает с крыши стрелять. Надо с ним что-то делать. О, я могу скрафтить сразу верстак. А, у меня 3 сотки скрапа. Подожди, может быть мне хватит? А мне хватает. Мне 3 скрапа не хватает, ёлки-палки. Ну а пока я искал те заветные 3 скрапа, я по пути выбиваю ПНВ, что являлось очень таким прекрасным бонусом. Ромыч, Рома, спасибо за калаш, хотел тебе сказать. Это был самый легкий калаш в моей жизни. Знал бы я в тот момент, сколько же мы с ними еще будем встречаться. А пока вернемся к нашему соседу. Бэмс. И надо 2 лестницы крафтить. Я пришел тебя рейдить! Может, он не услышит? Ох, нифига себе! Это что за дом такой гениальный? Он, походу, ушел спать. Но я все равно хочу посмотреть, что у него там. У него тут все закрыто. На крышу выходить он не собирался. И тогда я продолжил заниматься своими делами по поиску фармеров. За что ты убиваешь бомжей? За что ты убиваешь бомжей? Хорошо. Блин, потенциальный калаш ливнул. Зачем он вышел? И только я это проговариваю, как вдруг слышу, что у него в доме открываются гаражки. И уже сейчас я знал, что на крышу он не выйдет с пустыми руками, а выйдет с тем самым заветным калашиком. Мага-мага! Мага-мага, что ты со мной делаешь, сладенький ты мой? О! Мага, говорили же тебе, что плохая идея стрелять с двушки в упор на зажигательных патронах. Вообще не очень хорошая идея, если честно. У меня теперь 2 калашика. Я рад. Так, надо еще 1 дверь поставить, металл. Какие-то приятные соседские отношения у нас с ним получаются. А еще меня очень сильно заинтересовал остров, который находился неподалеку от меня. Но пока я туда бежал, я заметил, как с грустными глазами на меня смотрит сосед. И я решил проявить дипломатический подход. Я предлагаю, ты будешь мне в день фармить 1000 серы в игровой. И тогда мы не будем, ну я не буду тебя убивать. Отсни, пожалуйста, мой хуй. Тебе этого хватит? Ну все, Мара, ты напросился. Стреляешь. Да уж, взаимопонимания с ним достичь у меня не получилось. Знал бы Мара, что его ждет в будущем. На мужика иду, на мужика! Мара, ну что ты? Как решаем вопрос? Смотри, давай поиграем в игру слов. У тебя ник Мара, а если добавить букву Ш впереди, что получится, Мара? Получится ты...
Блин. Знал бы он, что я живу прям впритык к нему. Может быть, он по-другому бы говорил. Именно сейчас Мара думал, что я живу на этом острове. И для меня это было только большим бонусом, ведь он мог зарейдить меня в любую секунду. Блин, рядом рейдят. А я только переплыл, чтобы посмотреть на этот остров. Его домик выглядит очень слабым, но очень интересным. Прибежав на звуки взрывов, я замечаю, как два типа рейдят какую-то большую печку. И у меня явно был шанс с ними что-то сделать. А у этого сачели? А у меня хп 0. Я от одной тычки падаю просто. Ау. Я появляюсь дома и слышу, что возле меня тоже кто-то рейдит, и мне просто нельзя было отпускать эту добычу. Прям впритык ко мне что-то рейдит. А где твоя берда? Ты уже подумал насчет того, чтобы дань мне заплатить, нет? Ты подумал, как нежно ты будешь... Мага, что ты делаешь? Ты решил меня калашами закормить? Третий калаш бесплатный, сюда! И снова седая ночь, и только ей доверяю я. Знаешь, седая ночь, ты все мои тайны. Душевная песня. Интересно, как быстро меня забанят на этом сервере? Пока я разбирался с Марой, тот рейд большой печки все еще продолжался. И на этот раз я решил вернуться туда с калашиком. Ведь у меня их было теперь целых 3. Они продолжают там рейдить. Вот мне туда и надо с калашиком. Они там что-то прям жестко рейдят. Интересно, у них там есть ресы? Не просто так же они там что-то бахают. Что теперь я могу сделать? Вернуться сюда с двушкой. Это было, пожалуй, лучшим решением. Ведь дверь на выход была моя, а в ближнем бою лучше брать с собой двушку. А еще я столкнулся с одной небольшой проблемкой. А куда скидывать? Сегодня у меня был максимально странный день. Стоило мне только выйти на улицу, я сразу натыкаюсь на фармеров. Что он тут делает? Он принес мне скраб, получается. Такое бывает.
Вначале я открыл дверь и подумал, что я смогу их продипать. Но потом я придумал решение получше. Я мог бы им вернуть эту дверку взамен на что-нибудь ценное. Алло, продам дверь от вашей печки. Недорого. Что предлагаешь? Предлагаю второй верстак мне дать, а я отдам вам дверь от печки. Я думаю, у вас есть лишний второй верстак, судя по вашему дому. Можете гулять. Ну ладно, тогда дверь моя. Можете платить мне 1000 металл в час за проход к этой печке внутрь. Да все, рот свой закрой, вонючий. А то что ты мне сделаешь? К чему такая агрессия, я все еще не понимал. Но сейчас я хотел их немножечко наказать за их слова. Хватит плакать. Ну не плачь, пожалуйста. Ну не надо. Ну не плачь. Ну не плачь, пожалуйста. Да, ты же отсюда не уйдешь. Слышь, мужик, кельни через стенку, вот через дверь. Я им сейчас все гантрапы разобью. Минус гантрапы. Ты же отсюда не выберешься. Реально не выберусь. Смотри, я не выбрался, слушаешь, да? Оп. Ой, а кто это на улице водичку пьет? В это же время мои соседи проработали какой-то плен. И Мара позвал своих друзей, чтобы противостоять мне. А чё ты на крыше делаешь? Это я говорю, сделал. Агрессивненько как-то разговариваешь. А ты, блядь, неадекватненько как-то разговариваешь. Тебе не хватит скилла успеть стрельнуть, понимаешь? И тут начинается действительно поистине веселый геймплей. Мне нужно было как можно быстрее застраиваться, потому что я понимал, что дело пахнет рейдом. Ну что ты, Мара, смотришь на меня? Не узнаешь тебя, я понимаю. Мара, давай жить дружно. Я самый мирный, в смысле грубить начал. Ты по мне с крыши стрелял. Так а кого ты за себе возомнил? Я король. Вы все тип. Давайте мне дань. Ну ладно, такое было, признаю. Но я король, и ты должен обращаться со мной как с королем. Ну вот, видишь, а могли дружить. Ай, а вы чё, втроём уже играете? И как бы он не пытался мне помешать, но я самые быстрые руки на Диком Западе. Браток, ну ты не успеваешь. Ну вообще ни капли. Я ваш теперь новый сосед, привыкайте, мы с вами будем много еще разговаривать друг с другом. Закрой свой ебан, я разговариваю. Да я тебе говорю, мы с вами будем еще долго общаться. Понимаешь, еще долго будем вместе жить. Вы, ты, я, лучшие друзья, понимаешь? Именно с такими словами я беру лесенки и иду к ним под дом. Спасибо, ребят, спасибо, спасибо. Я благодарен вам за ваши труды. Спасибо за калаш. Пожалуйста. А вообще, я вот так вот считаю, что, ну,
Хорошо вот быть дружными соседями, не правда ли? Хорошо вот иметь друзей. Но плохо, когда друзья имеют тебя. Это цитаты Джейсона Стэтхэма чисто. Ребята, не обижайтесь. Ну в жизни так бывает, что калаш уходит вновь. Пламя догорает. И приходится фармить вновь. Тебе не понравилась моя песня, что ли? Ау! Так, кого я хочу добавить сюда? Мара? Вот он. Так, хорошо. Потом его друга. Мурмиллион, наверное. А почему в сторону смотрят? Кажется, соседи не особо любят меня. Я не знаю, как такое вышло. И почему они втроем сидят, и у него вообще пулемет есть китайский. Блин. Один плевок в меня, и я умру. В моем доме полностью закончилась ткань, и я даже не мог похиляться бинтами. Поэтому с 12 хп мне приходится бежать на порт, чтобы там хотя бы что-то переработать. И там же я снова ловлю какого-то неопытного растера, который подумал, что он находится в сейф-зоне. Он думал, что он в сейф-зоне? Блин, эта сейф-зона стала ловушкой просто для типов. Тем же временем соседи забрались ко мне на второй этаж. И тогда я подумал, что если у них будут ракеты, то они быстренько меня прорейдят. И улучшаю полностью потолки. А также добавляю еще небольшую буферную зону, чтобы они точно не могли меня продипать. Я не знал, чего можно от них ожидать, поэтому готовился ко всему. Здравствуй, крысиный король. Вот это уже другое дело. Вот это уже другое дело, понимаешь? Ты уже чувствуешь, что я тут батя, как бы, и готов наказывать. Как еще назовешь меня? Мой хозяин, можешь назвать, повелитель. Я не знаю, как так вышло, но соседи меня явно не взлюбили. Да и все остальное время они пытались меня подловить с двушками. У меня дома полностью закончилось дерево, и если бы они меня начали рейдить, я бы даже не смог застроиться. Поэтому пришлось достать админский топор. Мара, ты же взрослый мужик. Чё-чё-чё? Говорю, ты же взрослый мужик, слышно, что ты здоровый, здоровая машина просто, качок 2 на 2 метра. Ха-ха-ха, нихуя, давай, а ты как... В воду глядишь. Да. Вот именно поэтому я думаю, что 1000 серы в час тебе в принципе не сложно будет отфармить для меня. Понимаешь, как теперь весело? Да вы сидели, не знали, что делать, да? А тут появился я, и теперь вы знаете, что делать. Теперь вам есть чем заняться, под дверью посидеть. Было бы интересно, если бы ты сейчас ракетами тут шмалять начал. Вот это кайф. Да, я? Я только зашел и только дом построил. Откуда у меня ракеты? Так, на суете. Здоровый мужик, на башках 2 на 2. Че, ракеты найти не надо? Чё-то мне кажется, я где-то это уже слышал. Пока они сидели у себя дома и мы с ними дружелюбно общались, я изучал все, что мне было нужно. А они прорабатывали план, как меня дипнуть. Да давай, я не буду искать. Ну, не повезло тебе, не повезло. Вы зачем сожгли мою дверь, я не понял. Зачем? Так, меняю дверь, хоп. Отлично. Тут рейдят недалеко. Чё делаем? Услышав неподалеку звуки взрывов, я понимаю, что мне нужно отправляться именно туда. Ведь мои соседи самую малость подутихли, и было ощущение, что они ушли в АФК. Они реально всех в округе рейдят. Я думаю, лучше уйти.
Блин, там еще два калаша можно забрать. Нет, я думаю, лучше уйти. Блин, сгонять туда с калашом. Ну, я сгоняю с калашом туда, чё. Я думаю, у меня есть шансы подвытащить еще там что-нибудь. Не, их там четверо или пятеро. Я не знаю, возможно ли их вообще перестрелять в пятерых. Так, двое у них уже минус. У меня патроны кончаются. Не знаю, идти на штурм или не идти на штурм. Четвертый минус. Пятый минус. Еще один остался. Честно говоря, было ощущение, что я побывал в каком-то тире, где выбил огромное количество пушек. И с этим они ничего абсолютно не могли сделать. Как я живу? 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 Я не понимаю, как я живу? Это что такое вообще нафиг было? Я просто мансил по кустам. У-ху! В чистом поле мансил. В чистом поле просто мансил от двух калашистов. По пути я встречаю еще и какого-то фармера, в котором было очень много ресурсов. Ого! И тут я думаю, ничего себе, мне сегодня везет. Но по возвращению домой я замечаю то, что у меня уже больше нету доступа к шкафу. Меня уже зарейдили. Офигеть, а как он зарейдил меня так быстро и так тихо, я не понял. Что? На том замесе я находился от силы всего минут 5. И чтоб вы понимали, все это происходило на расстоянии 2 квадратов. Удивительно, почему я даже не слышал взрывы разрывных патронов. Но одно я знал точно, что я не все потерял и у меня еще есть шанс на камбэк. Поэтому ринулся отстраивать неподалеку небольшую кибитку, куда бы я и спрятал все свои калашики. Нифига себе они шустрые, а как они это сделали? Без взрывов, без ничего, просто бам и все, и нет хаты. Вот это прикол. А как такое могло выйти? Без единого взрыва железные двери пронесли. Да, эти вопросы мне не давали покоя. Ведь если бы я слышал, что меня рейдят, я бы хотя бы попытался как-то отдефаться. Но с этого момента у меня появляется цель. Домик Мары. Но дабы Мара долго не радовался, что они меня выселили, я возвращаюсь к ним снова и начинаю их кошмарить. Ну вы, конечно, и слабость. Чего ты обижаешься сразу? Нормально все, понимаешь? Мне не жалко, забирайте. Там все, что было у меня, все, что было у меня, это как бы ваши ресурсы. Там, в принципе, ничего моего не было. Да нет, нет. Да, да, но да. У нас да. Там наших там только 2 калаша. Ты все равно их вынесешь на крышу, я все равно их у тебя заберу. Так что ты там особо не радуйся. Ну, пусть порадуется. Я еще один дом возле них построю. И мы тогда уже с ними поиграемся, посмеемся. Я хватаю калашек на фулл-обвесах и отправляюсь искать фармеров. Ведь мне снова нужен был 2-й верстак. И там же каким-то чудом меня замечает калашист, который сидит на лэпе. И понимая, что меня спалили, я решаюсь его обойти. Да, если убить типа на лэпе, его будет очень сложно залутать. 3 на супермаркете, у меня есть шанс их развалить.
У них что, ресурсы бесконечные у этих типов? Да отстань, чувак. А, они режут меня. Не-не, не пойду. Уже сейчас вовсю в чате начали возмущаться, что я читер. Но мне было не до этого. Мне нужно было скрыться в сейф-зоне. Но они продолжали меня преследовать. Ну да, а вот и второй верстак, который прибежал просто следом за мной. Честно говоря, я отказываюсь верить уже в такое везение. Но дальше подобных чудес будет еще очень много. Мне кажется, я ничего не потерял с того рейда, то что меня зарейдили. Главное сейчас донести домой все. А еще я именно сейчас понял, почему здесь тусуется так много бомжей на рыбачке. Оказывается, что здесь был переработчик, где можно было сейвово перерабатывать компоненты. И тут я понял, что мне нужен не второй верстак, а ресурсы, чтобы улучшить свою крепость. Ведь уже много игроков пытались найти, где я живу, чтобы меня пробахать. Поэтому весь краб я потратил на металл. Эй, дружище, держи от тебя. На чай. О, спасибо. Таня, уполномоченный, твой друг. Уполномоченный, но он только что бежал сюда, но он по пути умер. Он споткнулся там, я компоненты у него забрал. Вот, уже здесь стою. И в моменте я понял, как отсюда проще простого убраться, чтобы меня никто не спалил. Я покупаю ласты и баллон и отправляюсь вплавь, ведь меня уже поджидали на выходе. Ладно, ладно, зарейдили, да? Мы с вами поговорим на эту тему еще несколько раз. Я соберу коллекцию ваших черепов. И проплывая по знакомым местам, я замечаю то, что возле домика Мары бегает какой-то топ-сет. И это был явно не Мара, ведь он никогда не выходил со своим калашиком на улицу, потому что боялся. Привет, чего ты тут делаешь? Что это вообще только что произошло, я не понял. И вот в кромешной тьме я все-таки умудряюсь добраться до своего домика и засейвить все, что я выбил. Дом, милый дом. Пойду накажу, наверное, тех типов, которые бегают там. А там уже будем посмотреть, что делать дальше. Надо будет дом улучшить. Не хочу больше так отъехать. Али, что-то какой-то ник знакомый. Мурмиллион. Да, это друзья Мары. Как бы они не хотели от меня избавиться, я снова возвращался и забирал огромное количество их пушек. И только я собирался идти домой подсейвиться, как вдруг неподалеку от меня взрывается сишка. И тут я понял, что скорее всего рейдят домик Мары. И хоть Мара был моим основным противником, я должен был защитить его домик, ведь зарейдить его должен был именно я. Что тут происходит? Рейдят тех, кого я должен рейдить. Минус 3.
Какая-то странная фигня происходит. И это оказалось, что был тот самый клан, который я развалил до этого несколько раз подряд. Скорее всего, они подумали, что в этом доме живу я. Пожалуйста, нет. Пожалуйста, нет. И тут даже Мара был в шоке от того, что я сделал. Я просто один уничтожил целый клан у него под домом. Что происходит сегодня? Сколько я должен убивать, чтобы они не приходили больше? Каким-то чудом я уношу свои ноги и сейвлю все, что я снова навыбивал. Но сейчас напряжение зашкаливало. Возле моего дома бегали калашисты. И если бы этот клан узнал, что я живу в такой маленькой кибитке, они бы точно меня пронесли насквозь. Я старался в этой тишине даже не дышать, чтобы меня никто не услышал. Нельзя топать. Возле меня заводится машина, проезжает мимо и останавливается напротив меня. И тут я уже подумал, что все, хана мне. Но судя по всему, там мужик просто перепутал газ с тормозом. Через мгновение машина продолжает движение. И я понимаю, что все, пронесло. Фу, уехали. Один раз мне повезло, но в следующий раз может быть все иначе. Поэтому мне нужно было укреплять защиту. На случай внезапного рейда я ставлю неподалеку спальник и small stash и ныкаю туда пару калашей, чтобы если что у меня был хотя бы шанс отбиться. И только я собирался пофармить, я снова слышу взрывы в стороне Мары. Ну они рейдят того типа, которого я хочу рейдить. Ну зачем? А рейдят-то походу снизу. Брат, любишь лимоны? Любит лимоны. Любит лимончики, любит. О! О! А! И в моменте я заметил ники этих ребят. Оказывается, это были простые бомжики, которым я скидывал скраб на чай. И поэтому я решил с ними просто договориться. Ну ладно, пусть подходит, я не буду убивать. Вот прям честная пионерская. Я просто посмотрю, что тут есть. Типа, если что-то такое, может быть, возьму. Если нет, то забирайте. А, ну, я вам скину оружие. Но тут еще, короче, две гаражки надо рейдить. Вот, возьмите оружие, если вам надо. А вам верстак нужен второй или нет? Просто у меня его нет, меня зарейдили. Я подрезал его. Возьми. О, спасибо. Ну, рейдите тогда, я просто думал... Мы только что прям скрафтили. Моих клиентов рейдят, вот. А на самом деле рейдят вот эту помойку, я думаю. Ну ладно. Вот таким нехитрым способом в моем доме появился второй верстак. Теперь мне нужно было нарулить где-то камушек. А еще я заметил, что прямо надо мной подгнивает какой-то клановый дом. А у меня были изучены лестницы, то есть попасть туда мне не составило труда. О, как я вовремя сюда. Скажи, что тут миллиард дерева будет. Камень есть. Камень мне надо. А, он заряжен что ли? Тут есть дерево. Ну ладненько. Оп. Мне нужен новый дом. Я смогу расширить этот или не смогу? Изи. Наконец-то в моем доме появится хоть какая-то защита, и я не буду переживать, что меня зарейдят за одну сишку. Тем более, впереди мне нужно было отфармить очень много ресурсов, чтобы построить свой замок. Мне хотя бы, чтобы меня сейчас никто не бахнул. Так, раз. Мара. Мур, что-то там. Мур.
Мурмиллион. Али. 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 Я вас найду. И скоро ваши головы будут висеть рядом. Очень скоро. За то, что вы меня зарейдили. Хорошо, хорошо, я стою, я голый. У меня ничего нет, я только на спальнике встал. Стой. Все, вот, давай. Отдавай все, что есть. У меня вот только камень есть и факел, я только встал на спальнике. Знал бы этот парень, что обманывать короля не стоит. Ведь именно так и попадают на мою доску почета. Вот здесь предатель, школьник, который меня обманул. Это вообще, это импа нафиг. Если ты не хочешь оказаться на этой стенке, то быстро ставь свой лайк. Сюда, Мишка. Оп. Сюда. Офигеть, просто какая красота. Еще надо кабанчика сюда же. Ну, это будет моя галерея. Ну, а теперь все, что мне оставалось сделать, это нафармить очень много скрапа. А потом я вспомнил, что у меня, оказывается, есть огнемет. И благодаря нему я мог спокойно повыжигать всех соседей, которые находятся неподалеку от меня. Ну, 30 скрапа. Окей. В какой-то степени такие рейды были очень выгодны, но скрапа по-прежнему было не так много, как хотелось бы. Именно поэтому я подумал, что я больше не буду заниматься такими делами и просто отправлюсь фармить скрап в подводные лаборатории. Да и руинить домики бедным новичкам мне больше не хотелось. Кто-то есть, нифига себе. На острове что-то чекают. Road to the lab. Надо полутать лапку, чтобы наконец-то поизучаться. Мне нужен третий верстак, мне нужна турель, мне нужно все. Так, я надеюсь, тут никого не будет. Так, ну это ботики. Блин, ну вроде никого нет. О, сейчас я тут налутаюсь. Ой-ой-ой-ой. Там ботики застакались, чуть не убили меня. Ух, нормально с ботиков сыпет. Так как было уже поздно, я хватаю все свои ресурсы, которые у меня были, и полностью пускаю их в свой домик, чтобы за ночь меня точно никто не зарейдил. Так, все, потолки у меня все улучшены. И теперь я мог со спокойной душой отправляться спать. Первый день был очень насыщенным. Новый день. О, меня еще никто не зарейдил. Удивительно. Но, в принципе, а как меня могут зарейдить, если у меня дом в деревьях стоит? Его просто не видно. Интересно, мои друзья любимые зашли? Так хотелось бы, чтобы они зашли. Ой, их соседи гниют. Но они не гниют.
Когда они вернутся? На самом деле это был отличный знак, ведь это означало только одно, что рано или поздно они все-таки зайдут. А к этому времени мне нужно было уже раздобыть где-то ракеты и отстроить свою небольшую кибиточку в виде замка неподалеку от них. Но вначале я должен был продумать, как именно будет выглядеть мой замок. Не, как будто не то, что я хотел бы. Нет, треугольный, мне кажется, вообще не топ. О, вот это мне, кстати, нравится, прикольно выглядит. Тут у меня будут дверь. А вот здесь у меня должны быть какие-то башни по бокам. И уже на макете это действительно выглядело как настоящий замок. Оставалось это только реализовать в реальность. Но для этого, как вы понимаете, нужно было очень много ресурсов. Я беру калаш и отправляюсь фармить фармил. Как вдруг, неподалеку от меня, я слышу взрыв ракеты. О, вот мне туда надо. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой, а я вижу. Я вижу, что рейдят. Там рейдят типы в антирадах с калашами. Я сажусь в кустик и начинаю собирать информацию о том, сколько тут этих типов. Фига себе, он попадает в меня. Читер, не иначе. Рашить напрямую без укрытий была глупой идеей, и тогда я принимаю решение их обойти и зайти со стороны, откуда они пришли. Они уже застроились. Они просто не видят, где я! У меня 2 патрона. Что? Фух! Тут чай на фарм есть. Надо тачку разбить. Я отойду подальше и буду сдалека тачку разбивать. Все, у нее минус замок. Это что за бред? Это что за бредятина? Это что такое? Домой! Просто домой! Сходил на антирейд. Да уж, в такое я просто не мог поверить. Я мало того, что полностью стер клан, так я еще и забрал их ракеты, которые находились у них в машине. Что это вообще только что было? Ну, я думаю, надо потратить пару ракет.
Противников у меня становилось все больше и больше. Мне срочно нужно было строить мой замок. Но для начала я должен был зарейдить то, что рейдили они. Вдруг там оставались еще какие-то ресурсы. Так, ну тогда лучше пешочком идти. Я хочу добить дом, по-любому там что-то осталось. Уф, сейчас я им устрою. Они там уже кричат: «Кинг вернулся! Кинг вернулся! Король уже здесь! Король здесь!» Он умер. Тут никого нет. Тут третий верстак есть халявный. Все, забирайте себе этот дом, он мне больше не нужен. Я пошел. Но мне кажется, за одну ракету я окупился сейчас, получив третий верстак. Вот это уровень. Но мне кажется, теперь меня будут ждать под домом, типы. Дом, милый дом. Сколько у меня ракет? У меня осталось 12 ракет. Бесплатных. Мне нужно строить мой замок. 100%. Я сейчас буду заниматься этим. Уже сейчас я знал, где я построю свой замок. Прям под базой моих любимых противников. Чтобы, когда они зашли, они знали, кто здесь поселился. От этого я делаю вот такую красоту. Квадрат, треугольник, треугольник, треугольник. Фух, со самым сложным я разобрался. Все, поехали. А, я пока просто улучшу, чтобы никто ничего не разбил тут. Ох, знал бы я тогда, на какую авантюру я сам себя подписываю. И сколько ресурсов мне нужно будет, чтобы просто построить небольшой макетик. Возможно, я бы тогда построил замок поменьше. Но что поделать? Что запланировал, то и надо делать. Ладно, я думаю, 2 этажа хватит, потому что это слишком много. Так, здесь у меня по-любому будут башни. То есть, допустим, вот проход сюда. Вот так вот проход. Стенка. Мне кажется, прикольно. Надо будет со стороны посмотреть, как это будет выглядеть. Блин, мне вообще нравится, как это выглядит. Это реально со стороны как замок. Прикольно, слышь. Очень прикольно, мне нравится. Я еще потом тут стеночки везде, стен... А, тут надо двери ставить. Да, пока не забыл, надо будет двери воткнуть кое-где. Пока Мара спал, у меня было время, чтобы все это улучшить. Весь мой остальной геймплей выглядел примерно так. Фарм, стройка, стройка, фарм. Ох, в это строительство и крафт дверей я вбухал огромное количество времени. Но будьте уверены, то, что у меня получится в итоге, вас очень сильно удивит. I never
Я считаю это достойным. Замок. Достойный. Тут у меня будет чисто галерея с черепами, со всей фигней. Здесь у меня можно сделать типа лутовую. Бэмс. Идеально. А пока я строился, кто-то попытался зарейдить моих дружелюбных соседей, и мне нужно было им помочь. Ракеты! Это прикол какой-то? Откуда нафиг у бомжей ракеты? Я вообще не понимаю. Ресурсов, чтобы доработать мою крепость, мне нужно было еще очень много. Поэтому я взрываю все гнилушки, которые находятся неподалеку от меня, в надежде, что там будет камень. Ой-ой-ой, хорошо. Хорошо нафиг! Металл есть. МВК есть, металл есть. Так я могу это сразу в замок относить, мне кажется. Я безоружный. У тебя какой-то вопрос? Просто... О, это Кит Викинг. Да, это я. Когда построиться успел? Мы тут 2 часа назад только стояли. Ну вот, пока вы АФКшили, строился. Есть вопросы? Это мое королевство. Я здесь король на районе. Ты королевство этот, не королевство не спать, что ли? Нет, но репринцевый респект. Я просто король, понимаешь? Просто король. Вы даже и не представляете, как же много ресурсов я потратил в этот замок. И строился он специально, чтобы кто-нибудь меня пришел рейдить. Поэтому входов и выходов здесь было не счесть. Замок был практически готов. Оставалось добавить всего несколько штрихов. Тут что, тип хочет строиться или что он тут делает вообще? Блин, эта камера, это просто имба. О, спальник ставит. Я отсюда даже свой дом вижу, другой. Блин, эта камера, это просто нечто. Блин, было прикольно еще вот сюда хотя бы турели поставить. Раз. Говорю, зачем ты сюда пришел, я спрашиваю. Зачем ты мой ник спрашиваешь? Запусти, давай поговорим. Не запущу. Че, ну, ладно, говоришь? Ладно, заходи. Че ты вообще тут поселился? Я только заспавнился. У тебя какие-то вопросы? Да, тут поселился, там вопрос. Это мой замок. Я вот решил забрать это место себе. А. И все, что находится рядом... Замок твой. Это тоже мое. Где твой дом? Показывай. Вот этот дом? А, ну твои друзья подходили как да, бы. Да. Ничего страшного, они подходили. Мы с ним порешали вопросы. Он сказал, что вы будете платить нам дань. Какая дань? Ну, вы будете работать как бы, серу приносить. Поточнее, можно? Серу будете мне приносить. Это мое королевство, все. Батя твой на колени будет стоять. Ну ты смотри, ты же договоришься, ты без дома останешься. Давай, боюсь я тебя черкаша какого-то. И после всех этих слов он дополнил мою коллекцию. А потом он и вовсе начал стрелять по мне с крыши. Там видишь этого бомжа? Король, спасибо. Внутри у тебя микрофон есть. Я пошел звуковую атаку делать, король. Честно говоря, мне с ними было довольно весело. Да и у них теперь появился серьезный противник. А я продолжал себе искать приспешников и рыцарей. Но с этим, честно говоря, были небольшие трудности. СМГ на землю, склонись перед королем или умрешь.
Это была фатальная ошибка, друг. А ну на землю, быстро! Я тебе что сказал, ты? Братишка, я не могу! Ты меня убить пытался, какой помоги? Лаги, я не пытался, я не пытался. Пожалуйста, спасибо, дорогой! Понимая, как трудно сейчас прохожим, я просто их поднимал и отпускал. Еще много времени я провел в подключении электричества. И в один такой момент я замечаю, как ко мне подплывает целых две баржи. И они явно оказались здесь не просто так. Не понял. Это кто вообще такие? Что-то как-то многовато тут людей. Не понял. Скорее всего, они хотели меня зарейдить, но их отпугнуло то, что я был в онлайне. И тогда они нашли себе новую жертву. Но уже здесь, под защитой моего королевства, находились некоторые домики. И услышав первый взрыв, я отправляюсь им помогать. Те же типы, что ли? Еще один умер. Хорош. Еще один умер. А я знаю, где они живут. Где они живут? Погнали им баржу взорвем фастиком. Они на барже приехали. У них была взрывка? Я не знаю. Вот тут чел! Но по возвращению к своей крепости, я замечаю то, что эта баржа уплывает. Эти бандиты, просто поджав свой хвост, свалили с моей территории. Но на этом их набеги не прекращались. Они возвращались снова и снова. Тут трое. Один умер. Еще трое. Один умер, походу. Нет, меня увидели, я сейчас умру. Я умер, я убил. Один умер. Убил. Да уж, в заварушку мы попали знатную. Но это может быть даже было и к лучшему, то что у них получилось хоть один разочек вынести калаши с моей территории. Ведь у них же должна появиться уверенность, что они могут меня победить. Именно с такими мыслями я расклеивал плакатики на доске почета, которую в ближайшем будущем я должен был заполнить. И все остальное время я сидел на камерах и следил за своим королевством. Я ждал, когда меня кто-нибудь придет рейдить. И хоть ракет у меня было достаточно, чтобы полностью зарейдить Мару, но я ждал, когда он зайдет в онлайн, чтобы сделать это у него на глазах. Спустя 5 часов долгих ожиданий, наконец-то зашел он. Не может нафиг быть! Они зашли в онлайн! Он зашел в онлайн, этот тип! И он, наверное, явно не в восторге от того, что у него появилось под домом.
Чувак! Ой, пойду-ка я с ними поговорю, просто интересно. Алло, уважаемый! Кинг вернулся! Папа король здесь! Да-да-да. Что да-да-да? Что ты пришел? Что да-да-да? Я вернулся! Что ты мне, ты будешь извиняться передо мной или нет? Я могу тебя послать. Будешь молить о пощаде? Мара спит дома? Да, 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 он не выйдет гулять. Ну сейчас я вернусь, подожди. О да, детка, о да, бэйби. Сейчас я вернусь. Сейчас мы чик-чик Марику сделаем. Я долго ждал этого момента. Мара, я иду за твоей головой. Я ждал, когда он зайдет. Все это время я верил, что они зайдут в онлайн. Уважаемый, у тебя есть последний шанс склониться перед королем. Начинай. У тебя последний шанс склониться перед королем. Начи. Я иду за головой Мары. Это Али. Где спит Мара? Я иду за ним. Ты скажешь ему, что я вернулся. И зарейдил в онлайне, как настоящий мужик, а не как вы меня, когда я ушел из дома. Скажу, скажу, скажу. Я могу, блядь, просто испортить тебе жизнь. Я могу убить Мару, брат. Не надо убивать Мару! А у меня нож есть, я все равно заберу его голову. Блин, у него еще одна МВК дверь. Где Мара? Последний раз даю шанс. Где Мара? Он тут. Ай, гранаты, нечестно. Минус Мара. Минус шкаф. Уже поздно что-то делать. Уже поздно что-то делать. Я заберу черепа свои. Я заберу их и поставлю, повешу их у себя на полочку. Я победил, а ты проиграл, Мара. Вы зря сюда пришли. Или вы хотите, чтобы я забрал тоже ваш череп? Нет, мы хотим, чтобы ты лутом поделился. Пожалуйста. Кто ты? Я добрый житель. Какой у тебя ник? Где ты живешь? Я тогда подумаю, делиться с тобой или нет. Хонда. Хонда? Машину любишь, Хонда? Есть такая. Сейчас, да, я Honda черепа любишь? Пособираю с ней. Еще BMW есть тут. Ресурсов в этом доме было не так много, как хотелось бы. Но самое главное я у них забрал. Три головы, на которые я охотился весь вайп. Так, голова Мурмиллиона. Где она? Это Мара. Мурмиллион.
Готово. Заполняем коллекцию. Алли. Тут точно Алли? Точно. Сюда. А почему он в хазмате? Ну ладно. Имара. Сюда. Готово. 3 из 6 собрано. Честно говоря, я был крайне доволен такой находкой. Ведь я целый день ждал, когда же они зайдут в онлайн. И наконец-то, я победил своих противников. Только не пойму, почему этот в хазике? В следующий раз Мара будет знать, что меня не стоит рейдить, когда я отошел. Ох, Мара. Я тебя ждал, друг мой. Я тебя очень долго ждал. У меня теперь есть пополнение. Я наконец-то забрал себе головы. Какие же они все-таки красавчики. Мне так вас не хватало, реально. Мой домик был полностью готов к рейду. Все, что мне оставалось сделать, это дождаться, когда кто-нибудь осмелится на меня напасть. А когда мне надоело сидеть за камерами, я отправился ловить рыбку. Да не простую, а ту, которая умела петь. Я этот дом проектировал целый день. Можете мне, пожалуйста, кто-то прийти рейдить? Чисто вот по-братски. О. И сев за камеры, я попадаю в отличный тайминг. Я вижу, как на домик моего соседа забирается какой-то чувак с калашом. И очевидно, у него были какие-то планы. Что там, долго это все будет происходить? Ну, они там еще рейдят. Пора действовать. Кто разрешал рейдить на территории моего королевства? И тут в моменте они начинают меня просить в чате, чтобы я их не трогал. Но так как с этого дома постоянно нападали на моих соседей, я принимаю решение оставить их в покое, чтобы они дорейдили этот дом. Тоже живет. А ты где, Кинг? Я на крыше. Ладно, я вам все верну, то, что у вас есть. А что, не хочешь шемочку отдать? Да, иди сюда, я все отдам, то, что красавчик у вас. Красавчик. Ладно, рейдите, я думал, тут кто-то дайте кипишует. Все, давай, давай, бро. Ты нам не мешай, мы сейчас их отдадим. А так как у меня оставалось еще самую малость ракет, я решаю поставить магазин, чтобы выставить их все на продажу. Чтобы весь сервер знал, кого надо рейдить первым делом. А, не меня. А как я слышу так громко взрывы, что? Остров рейдит. Я беру с собой топ-сет и отправляюсь на неизведанную территорию. На этом острове я был всего лишь один раз, и то только в самом начале. И мне захотелось понять, кто там рейдит и что там вообще происходит. Привет, привет. Чья хата? Чья хата? А кто его знает? Забирай себе ресурс. Скидываем на каменные стены. Здравствуйте. Блин, тут бедные типы пытаются полностью огородить остров. Привет, я играю одна. Хочу построить тут картинную галерею. Прошу не уничтожать мою мастерскую. И меня. Можете помочь? Нужна ткань для холстов. Спасибо. Помочь тут. И тут я осознал, что все это время на острове, который находится возле меня, живут какие-то новички. И они явно не представляют никакой опасности для окружающих. Они просто играют себе в кайф. Это, короче, РП-деревня, что ли? А еще у паренька, который здесь жил, я выведал очень много различной информации. Опа! А это твой дом, да, получается? Да. А ты что, тут в деревне какой-то живешь? Ну, типа, вот это Спиридонова, вот это мой, вот это моего брата. Тут Киргиз играет, тут мой брат, вот там вот.
Понял, понял. А что твой брат живет отдельно от тебя? Живешь? Типа, он, получается, ну, не хочет с тобой жить? Не доверяет тебе? Ну, не доверяет, да. Ну, мы, в принципе, на прошлом вайпе в Растропе. Ну, вернее, на этом вайпе у нас дом отжали просто. Ну, короче, пароли выведали у нас. Кого попало пригласил, типа, с челиками две недели играл, потом... Этот мой брат что-то на них голос чуть-чуть повысил из-за того, что они там уже совсем оборзели, то есть раскидывали у нас дома, ну, в таком кварном базе, это, спалки там, что хотели брали из сундуков. И, короче, в итоге потом вечером смотрю. Пока, мам! Смотрю, они, короче, автоматически турели по параметру, ну, внутри хаты поставили. Думаю, что такое? Прохожу, они не заряжены. Никто в шкафу не авторизован, они всем спалки выдолбили. Потом заходит фальш Дмитрий. Блин, он просто... Это лучший клиент в моей жизни. Он просто вот... Я задал ему один вопрос, он рассказал все о том, кто здесь живет. Блин, это очень грустная история. Вот знаешь, вот я после такого, вот как вы бы и делал... Жил бы по одному и никому не доверял. Хочешь, покажу, где я живу? Пойдем, я тебе покажу мой маленький домик. Вот видишь, мы уже возле него почти. Вот беленький, видишь такой? Смотри, вот это замок. Да, офигеть вообще, какой дурак его построил. Это твой дом? Да. Я думал, так и битка. Доза 2. И тут я понял, что зачем отдавать ракеты рейдерам, когда можно сделать совершенно иначе и помочь этим новичкам на острове, предложив им скромную подработку. Стой, ты куда удаляешь? Чё ты пришёл? А я посмотреть, как у вас дела тут. А что? Да деревня просто. Новички типа играем. А это ты брат мелкого получается, да? Да, нет, просто тиммейт. А, вот. Он вот живет. Да, да, он вчера всю инфу о вас рассказал. Вот он играет, потом его брат вот тут играет. Потом рассказал, что вообще да, у вас да, на острове вот все новички. А ты мой дом видел? Он тот замок? Ну да, маленький тот. Кибиточка. Кибиточка? Ну да, вижу маленький, задрипанный. У меня есть идея, мы как бы. Мы тебя не будем рейдить. Для помощи вашей. Надо зарейдить. Не, вас... Зачем мне вас рейдить? Когда вы все в сборе будете? Просто я могу вам предложить небольшую работенку во славу короля. Я дам вам ракеты, а вы будете рейдить этот дом. Они отказались платить дань вчера. Мы не против. Сейчас зайдет еще? Мы не против. Не, ну тогда созывай отряд. Я жду. И как только вы все зайдете, там, пиши в чат. Я выйду, раздам вам оружие. Все вам раздам, вы пойдете взрывать его насквозь. Нет, просто. Все, что мне оставалось сделать, это дождаться, когда же они соберутся. Ну а перед рейдом своему королю они должны были принести свою клятву. Поэтому в своем замке я подготовил для них специальное местечко. Ух, я представляю, какая сейчас жесткая заруба будет. Смотреть, как новички рейдят, это всегда весело и интересно. О, наконец-то они идут, елки-палки. Сейчас вы увидите то, что никогда в своей жизни не видели. Заходите и присаживайтесь на три стула. А как мы присадимся, Шка? Одну секундочку, включаю свет. Итак, сегодня... Вы, крестьяне с острова, который находится неподалеку от этого замка, можете перевернуть ход игры и стать полноценными рыцарями. Но для начала вы должны произнести свою присягу королю по очереди. Начиная с Спиридонов. Давай, произноси. Я клянусь верой и правдой служить своему королю и помочь ему избавиться от его ближайших противников. Непослушных, жалких руфкемперов. Давай, я слушаю внимательно. Это обязательно такое делать? Да. Сейчас, секунду. Настраивай.
тихо. О, мой король. Клянусь, я буду служить верой и правдой. Отныне вы становитесь рыцарем. Рыцарем этого королевства. И теперь все наши противники отныне общие. Поздравляю вас, сир Спиридонов. Мы будем считать, что вы согласны дать мне присягу. Поздравляю, Нубик. Сир Нубик. Сир Нубик. Теперь вы рыцарь нашего легиона. Итак, Аздриллер. На рейд присягаю. Отлично, сир Аздриллер. Вы посвящены в рыцаре. После чего я одеваю своих рыцарей в рыцарские доспехи, отдаю им калаши и все ракеты, которые у меня только были, чтобы они пронесли моих соседей, а сам просто сижу и слежу за их действиями. Все, уважаемые рыцари, можете приступать к рейду. Пошло дело! Да избавим мы этот сервер от моих недругов! Они вообще даже не попадают! Нет, куда уходят мои ракеты? Они просто летят в стены, в землю! Боевые ракеты летят в землю! Нет! Рейдим их полностью! Насквозь заберем все ресурсы! Вперед! Работают как надо вообще. Но таких рейдеров я бы не нанимал, если честно. Они просто его уничтожают. Я отпугнул их, рыцари! В общем, ребята полностью прорейдили этот дом. Я им разрешил забрать все ресурсы, которые тут были. Ведь все, что мне было нужно, это забрать черепушку этого паренька. И на такой прекрасной ноте я решил закончить свою историю этого королевства. И хоть я не закончил собирать коллекцию, но некоторые враги превратились в моих друзей. Да и рейдить больше меня бы никто не стал. Поэтому я снимаю все замки со своих дверей и отдаю это островитянам, чтобы они могли пользоваться замком. Да, залочь дом. Смотри, у меня вот столько дверей было, чтобы ты понимал. Это замки со всех дверей. Залочь вначале двери, которые ведут на улицу просто, и все. Их много дверей, смотри, они все вон наверху, снизу, вот все двери. На самом деле, мне хотелось бы затестить эту базу в боевых условиях, когда меня бы пришел рейдить какой-то клан. Но на этом сервере таких кланов попросту не было. Они боялись меня идти рейдить. Ну а в конце ребятам я даже сознался, кто я такой на самом деле. Давай скрин это сделаю с тобой. Ну давай. Вот я вот буду давай, сидеть здесь. Чизи. Давай палец вверх, Раз, два, три. Все, отлично. А теперь это, дай ему кирку. Да, отлично. Дай кирку Спиридонову. Все, прощайте, все, рыцари. Пока-пока, дружище. Два, три. Надеюсь, вам понравилась данная история и она подняла вам настроение. Ну и самое главное, не забывайте ставить лайки и поддерживать канал подпиской. Спасибо всем огромное, кто досмотрел этот ролик до конца. И надеюсь, что мы с вами еще когда-нибудь воссоздадим королевство. Ну а вам, всем моим зрителям, я желаю хорошего настроения и не болеть. Увидимся в следующем ролике. Это была История Короля.